Сколько еды можно купить за 70 франков в Швейцарии? Так. Изюм. Ветчина. Мороженое. 700 грамм. Подушечки для завтраков. Капуста. Свежий хлеб. Помидоры. Травка, которую режут в салат. Наверное, это рукола. А может и нет. Ну, в общем, травка. Кусочек сыра. Это не еда, конечно, но тоже очень полезна. Бумажные платочки. 30 пачек. В общем, много. Специи. Так. Это тимьян, что ли? В общем, что-то такое. Красный перец и еще чего-то. Зеленый лук. Редиска. Цветные перчики. Я бы сказал, болгарские. Но тут они, наверное, не болгарские, а какие-нибудь испанские. Да, кстати, испанские. Точно. Полкило мюсли с фруктами. Килограмм слив. Больших. Тоже, скорее всего, из Испании. Килограмм синего винограда. Йогурт. Раз. Йогурт. Два. Йогурт не сладкий. Три. Литр молока. Литр сока. Кстати, сок 100%. Опять-таки, не еда, но, тем не менее, жидкое мыло. Тряпочка для пола. Куча пластырей. Два с половиной кило яблок. Очень красивых. Наверное, вкусных. Хайнц, кетчуп. Огурец. Да, огурцы тут вот такие. Длинные и страшные. Ну, на вкус ничего. Абрикосовое варенье. Килограмм индюшиного филе. Вот. Это все стоило 70 франков, 75 копеек. Ну или как они их называют? Центов, сантимов. Надо уточнить будет. Но продуктов много. Вот, это все, если покупать в Лидле. У них там цены, конечно, очень хорошие. Вот, а выбор достаточно неплохой. Конечно, в Коопе или в Мигро можно купить больше разного, но и цены там, ну, минимум раза в полтора дороже. Смотря на что, конечно. Ну, в общем, такие дела.